Добрый день, мои маленькие любители ММРа. Вы когда-нибудь задумывались о том, как можно быстро поднять рейтинг, не используя какие-то баги, фишки, блять, еще какую-то хуйню, типа там связок и так далее? На самом деле все очень просто. Сама Дота вам дает такой шанс. Дело в том, что с недавнего времени, а именно с патча, по-моему, 7.33 или 7.34, была введена система Глика. А может быть и раньше, я хуй знает, когда она там была введена. Собственно, что она нам пишет? Калибровка завершается, когда уверенность в ранге достигает 30%, и уверенность растет с каждой игрой и постепенно падает при неактивности. И вот с этого момента поподробнее. Дело в том, что вы можете наблюдать мои игры, да, что я последний раз играл 11.01.24 года, то есть месяц назад. Почему я такой перерыв беру? Потому что как бы мне не хочется играть, хотя это тоже, да, то есть Дота заебывает объективно. Но дело в том, что по большей части я это делаю для того самого абуза, потому что если мы посчитаем дальше, да, что пишет у нас, собственно, система Глика. После игры, в которой все 10 игроков имеют одинаковый рейтинг и половину уверенности в ранге, рейтинг поменяется на 25. Чем ниже уверенность в ранге, тем выше изменение рейтинга за игру. То есть, если по-русски переводить, то чем у вас ниже уверенность, ну, например, там, я не знаю, 50, 40, 35, то есть больше 30, но меньше 100, и чем она меньше, тем лучше, то больше ПТСов вам дается за игру. То есть мы выясняли, что, по-моему, за один день снимается 3% спустя 5 дней. То есть если проходит 5 дней, вы не играете, или 3, или 5 дней, я уже не помню, можете посмотреть самый первый ролик на канале, то там типа то ли 3, то ли 5% у вас снимается за каждый день. Соответственно, таким образом можем наблюдать, что я не играю месяц, и у меня снялось порядка, ну, 30%, 27%. Какой можем сделать из этого вывод? То есть, если вы, получается, берете перерывы регулярные, ну, например, вот вы сыграли, допустим, вот у вас понизился рейтинг до там 40 условно, да, 35-40, вы начинаете играть, и вот эта вот уверенность у вас набирается, ну, условно, там, до 85, до 90, вы перестаете играть, собственно, идете чилить там другие игры, играете с морфов, и этот рейтинг у вас, собственно, уверенность, точнее, в рейтинге падает опять до 35-40%, вы опять начинаете играть, и тем самым вы обузите рейтинг, потому что сама Dota вам пишет, что чем ниже уверенность в ранге, тем выше изменение рейтинга за игру. Таким образом, можно получать там 45, 50, а в некоторых случаях даже и 70 ПТС за победу, ну и за поражение, соответственно, тоже там снимается какое-то количество, вот. Но в чем прикол вообще текущей системы? Дело в том, что когда у вас 100% рейтинга, а давайте я сейчас вам продемонстрирую это на другом аккаунте. Так, дамы и господа, вот мы зашли на другой аккаунт, это мой смурф, и, соответственно, можем наблюдать здесь другую картину, да, здесь у меня 3672 рейтинг и уверенность в ранге 99, ну, то есть сатен, да. Можем видеть, что я вчера также играл на двух героях, и, соответственно, какой вывод мы можем сделать? Здесь мне давалось за победу 20, по-моему, ПТСов, или 25, или 20, я уже, честно говоря, не помню. Вчера я просто считал, но потом я что-то уже заебался. А снимая, дамы и господа, может снять по 40, по 50 мне ПТСов снимал. То есть, по факту, ты, допустим, одну игру вот я за пака выиграл, мне дало плюс 20, а за Титана мне сняло, блядь, минус 40. И, то есть, минус 20 ПТС я просто вот, просто проебал, по факту. То есть, у меня было там 3700 вчера, после победы пака, а после, получается, поражения Элдер Титана у меня 3672. То есть, я получил 20 ПТС за победу на паке, а сняло у меня 28. Казалось бы, ну, хуйня хуйней, но это просто тут, блядь, так получилось, что мемная была игра, и здесь, видите, да, у нас, типа, челы слабее, чем против нас. Но если бы было наоборот, тогда бы мы, у меня бы побольше бы снялось ПТС. Зависит все от того, кто против вас играет и кто играет за вас. То есть, если у вас команда слабее, и вы играете против потничей, и выигрываете у них игру, то в случае, если у вас уверенность в ранге ниже, то вы получите еще больше, блять, ПТСиков. А если же вы проебываете при таких же условиях, то у вас снимается меньше ПТС, ну там от 20 до 25, по-моему, максимум. Но если же наоборот ситуация, когда у вас челы сильнее, а вы играете против слабых пацанов, и вы проигрываете слабым пацанам, то при такой же системе уверенности в ранге вы проебете больше ПТС, вы можете, я говорю, проебать до 50, до 60 РММов, реально, блять. По факту вы зарабатываете 20-25 при 100% уверенности, а проебу, при проебе вы теряете порядка там
35-40 ПТСов. То есть минус 20-25 ПТСиков просто идут нахуй в помоечку. Что в такой ситуации делать? Вот как я, получается, грамотно, наверное, сделал. У меня есть два аккаунта. Есть смурф и есть не смурф. Вот на смурфе, получается, я играю по кайфу. Вот, видите, подпивался на игры, там всякие луны. Но это, на самом деле, не совсем я играл. Но вот, например, на паке пикнул против снайпера, блядь, мид и пососал яйца. То есть на творс говна у меня по факту. Поэтому, как бы, подпивался на игры здесь, если хочется играть, вот я играю на этом аккаунте. Если, блять, хочется реально попотеть, чисто там покайфовать, это вот у нас мейн. На мейне у меня там титанчик, я там кайфую, расслабляюсь, играю именно в доту, а не в какой-то цирк, потому что вот, например, вот последняя игра, это просто был цирк, блять. Ну, титан плюс висп, это, конечно, прикол, но там было пиво максимально разлито. Дырявый титан у меня получился. Какой посыл, в общем, в видео, гайз? Короче, заводите второй аккаунт, смурф. Или если у вас есть смурф, то играете на нем. На мейне вы снижаете уверенность в ранге до 35-40, ну хотя бы 55 вы там вот снижаете. И при победах вот вы потеете и стараетесь победить максимально нереально. И, соответственно, вам будет давать больше ПТСиков. Таким образом, вы можете реально неплохо так бустануться. Если же вы получаете 90-95-98% уверенности в ранге, то стоит вот остановиться и не играть какое-то время. Потому что вам будут давать 20-25 ПТСов за победу, а за проеб вас будут снимать 30-35-40 ПТСов, соответственно, это невыгодно даже чисто математически. Сегодняшний такой был посыл ролика. Ксюша с яйцами на месте. Всего хорошего. Чтоб ебался, нахуй не открывал больше, блядь, никогда.